в Союзе армян России 28 января. Не состоялся показ фильма о коллаборационисте Гариге Ненжде. По данным российских СМИ, перед началом мероприятия правоохранители зачитали предупреждение прокуратуры о неправомерности подобного показа. Ранее в Союзе армян России по случаю 30-летия армянской армии был анонсирован показ фильма «Анжде», армянском политическом и военном деятеле, сотрудничавшем с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Однако после заявления правоохранителей, организаторы показа не стали демонстрировать фильм, а присутствующих распустили. Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Эльдар Рязапов ранее в этот день отметил, что любые попытки оправдать нацистских преступников аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей. Сообщается, что Союз армян России могут призвать к юридической ответственности за реабилитацию нацизма. Сегодня, 28 января, мы заметили статью, размещенную в издательстве «Регнум», что в день 30-летия армянской армии Союз армян проводит фильм-показ «Гариге Ненжде». Вот. Сразу хочу довести, что Гариге Ненжде в годы Великой Отечественной войны является коллаборационистом. В первую очередь, который обучал диверсантов против советской армии. Изначально он свою деятельность вел, но у него очень глубокая история. Вот, он, получается, работая там в Болгарии, подготавливал группу диверсантов, обучал ее для внедрения, в первую очередь, у себя на родине, в Армении. Еще раз говорю, разведывательно-диверсионным делам, это подрывным делам, чтобы в первую очередь служить немцев против советской армии. Мы со своей стороны обратились официально в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет по факту реабилитации нацизма. Вот, любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников сегодня являются не просто фальсификацией истории, они аморальны по своей природе и кощунственны по отношению к памяти освободителей, в первую очередь наших советских солдат. У нас начало данного мероприятия. Я не знаю, я попытаюсь, возможно, сам проехать туда, к месту происшествия. Честно сказать, я не понимаю, с чьей стороны это идет подача, почему именно они сегодня пытаются показать этот фильм там, к 30-летию там, армянской армии. Но неужели нельзя там, у этнических армян там только 106 героев Советского Союза? Почему бы не показать там фильм о героях Советского Союза, о выходцах там из Армении, таких легендарных, как руководители, как Баграмян Иван Христофорович, там, Степанян Нельсон Георгиевич. Чья эта провокация снова подается? Для чего нужен этот раскол? То есть этот националист, этот пособник, этот предатель, еще раз говорю, предатель Родины в первую очередь. Для чего это делается? Для чего этот фильм пытается обелить этого человека? На нем же есть и достаточно информации там, и в интернете, и в Википедии о его подвигах этого человека, коллаборациониста, и какие преступления он совершал. Скажите,